Некоммерческие организации региона направили 100 заявок на конкурсный отбор фонда грантов главы Карелии. Это проекты на социальную тематику. Максимальная сумма, которую получат победители, составляет 1,5 миллиона рублей. Врачи республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи спасли девушку с редчайшим генетическим заболеванием. О нем стало известно лишь в ходе плановой операции. Это первый случай злокачественной гипертермии в Карелии за последние 15 лет. В Сартовале началась установка основания памятнику князю Ярославу Всеволодовичу, крестителю Карелов. Его открытие запланировано в июле. Семья Талашиновых из Петрозаводска вышла в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Участие в нем приняли более 100 тысяч команд из разных регионов страны. Экипаж карельской автогонщицы Ирины Сидорковой занял 2-е место на соревнованиях в Казани. Петрозаводчанка стала первой женщиной, взявшей серебро в абсолюте в российских гонках на выносливость.